Электронные сервисы в сфере регистрации недвижимости насколько популярны сегодня и кто в основном ими пользуется? Как можно зарегистрироваться на сайте Росреестра и получить доступ к личному кабинету? Смотрите программу «Город ТС» 3 июля в 18:15. Гость в студии Дмитрий Кожевников, начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Самарской области.